Всем привет, дорогие друзья! Это цикл лекций о счастье, и сегодня мы с вами поговорим про осколки счастья и как их собрать. Что называется осколками счастья? Осколками счастья называется некое состояние потери или утраты, которые часто испытывают люди, ностальгируя по прошлому, потому что мы склонны прицепляться к своему прошлому, мы склонны это прошлое идеализировать, мы склонны думать, что в прошлом произошло что-то такое невероятное, классное, величественное, и вот мы как бы обращены в прошлое, не замечая того счастья, которое есть прямо сейчас, и не задумываясь о тех ресурсах, которые могут привести нам к будущим достижениям. Можно сказать, что какая-то часть внимания человека, она оставлена в прошлом, и таким образом под осколками счастья я понимаю вот именно вот это чувство грусти, ностальгии, ощущение потери счастья в прошлом, когда внимания нет в настоящем, когда все внимание где-то там, в прошлом, в тех событиях, в тех эпизодах, когда с нами происходило что-то прекрасное, или наоборот, в тех эпизодах, где, как нам кажется, с нами происходило что-то ужасное, и поэтому мы все время это внутри как-то перевариваем, вот как нас кто-то обидел, вот мы мысленно этим людям мстим, разговариваем с ними, сокрушаемся. Очень часто бывает, что вы слышите разговоры, обращенные в прошлое, когда вы слышите, что люди обсуждают, вот, да как он мог, а вот он так вот ко мне относился, или вот он ля-ля-ля, как же, как он мог. То есть это все осколки счастья, это все попытки вернуться в прошлое бессмысленные, да, потому что в настоящий момент мы засеваем семена для нашего будущего, и все, что мы можем сделать, это прямо сейчас посеять какие-то правильные семена, раскрыть какие-то ресурсы, которые в будущем дадут нам те полезные всходы, которые мы хотим получить от жизни. Оставайтесь с нами. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это будет песня «Счастье». Пока. Лекции о счастье с Михаилом Пайкиным.